они находятся в состоянии. В садоводстве, к сожалению, есть два срока. Первый – сильно рано, и по счету сильно поздно. Mm-hmm. Вот. Нам нужно найти золотую середину между сильно рано и сильно поздно. Самые шустрые, самые семена, которые самые поддающиеся на провокации. Знаешь, что такое провокация? Это когда посреди зимы может проснуться оттепель абрикоса, а потом погибнуть. Может зацвести посреди зимы, если сейчас же, знаете, сумасшедшие катаклизмы какие. Mm-hmm. Вон что творится. А потом погибнуть или не дать урожай. Вот. А семечки, косточки – это самое ценное. Наша задача, если там пакетик, много-много косточек, чтобы они дали максимальные всходы. Значит, поэтому начинаем именно с абрикосов. И чтобы не гадать, там, где самые толстенькие пакетики, самые толстенькие эти самые орешки. Вот такие, да, самые большие? Да, это значит абрикос. Вот. И мы должны проверить, не все, конечно, но мы должны сделать по такому. Найдите королевские, знаете почему? Объясняю для вас, для всех. Да, десятки людей уже получили не только сухие, но и стратифицированные уже вот такие. Это называют стратифицированные. Они у меня лежали в холодильнике или на балконе при температуре около нуля, примерно от 1 до 2 месяцев. И вот я получил уже 2 письма, вот, и по моему также, по моим советам, садоводы скрывали их и перепаковывали. Именно этим сейчас займется Антон Валерьевич. Но не просто перепаковать, почему? Там объясняю такую вещь, это все по ходу, я вынужден объяснять, должен. Значит, вот сейчас он возьмет, наверное, тарелочку на какую-то, он возьмет ножик и аккуратно распакует и на тарелочку пересыпет. Да, можно вот такую емкость. Вот. Дело в том, что мы надеемся, что они все спят. Но двое-то уже написали, что у них из 10 королевских по одному проклюнулись. И мне пришлось долго, 20-30 минут по телефону рассказывать, что делать дальше. Вы поняли, откуда взялось это реалити-шоу? Итак, Антон Валерьевич, поехали. То есть, смотрите, Валерий Константинович, расскажите, что здесь вообще, то есть, получается... А, расскажите, называйте тогда название, я буду говорить. То есть, получается, смотрите, у нас семена там расфасованы, да, и они находятся в песке, уже во влажном, Влажный песок, конечно, недостаточно для дальнейшего хранения. Как бы, если мы найдем проклюнувшийся, хорошо, я научу, что делать дальше. Но так как большинство спит, это не сомневайтесь, естественно, их надо перепаковать. Почему? Там недостаточно песка. Объясняю, в чем заключается многочисленная неудача ваши, друзья мои. Сотни из вас уже их получили. Смотрите внимательно. Вот. Высылать в огромном количестве песка я не могу. Вот посылка 5 килограмм. Уже такая. А я же не могу выслать там посылку 20-50 килограмм. Значит, перепаковка обязательно. В этом упаковочке, вот поднимите один пакетик. Вот, там, нет, пакетик отдельно взятый, доставайте оттуда. Там находится в нем 10 косточек. В данном случае абрикосовых. Так, вот. И что они делают? Они были положены сухими. Я их не замачивал специально, чтобы не провоцировать раннее пробуждение. Вот. Так? Так, вот я ищу королевский. Ну, можно бай, он это самое. Он тоже очень крупный. Давайте бай. Ага. Вот. Значит, там что происходит? Туда примерно 1,5 месяца назад были засыпаны. Я скажу, когда это было. В середине февраля. Сейчас середина марта. Не, получается, месяц назад. С небольшим. Там были засыпаны 10, в этот пакетик, 10 сухих косточек. И эти косточки сейчас уже высосали всю влагу. И они начали разбухать. Разбухать. Смотрите сюда. Вы видите, что вот эта косточка, да, вот она. Она лопнула. От чего? Ее разорвало. Страшная сила заключена вот в этом. А зимой-то они сухие. И вот нужно, чтобы влага не сгноила косточку. Видите, как здесь? Это я благодарю того, кто мне прислал эту фотографию. У меня помощники есть замечательные. Вот. И в то же время, вон ее как расперло.
Но зато теперь пакетики. Антон Валерьевич, верните, пожалуйста, свой стол себя самого на экран. Вот, я надеюсь, это записалось в фотографии. Да. Значит, там уже получается влагу они в себя всосали. И теперь многие будут хранить до самой высадки. Может, все получится. А но там уже песок менее влажный. Почему нужна перепаковка? Вскрывайте эту штуку. И высыпаю, да? Да, причины две. Первая, перепаковка в любом случае. Мы будем по-новому готовить сыроватый песок. Так, высыпаю. Только аккуратно, если там хвостики вылезли, они могут быть поломаться. Как только отломится хвостик, значит, можете выбрасывать косточку. Причем мы понятия не имеем, это самое, есть ли там. А сейчас посмотрите внимательно, нет ли там проклюнувшихся. Я даже рад буду, если одна-две. Абсолютно нету, Валерий Константинович, проклюнувших. Так, теперь давайте так. Убирайте в сторону, ищите, раз у людей королевский зашел, значит, он, наверное, у него шансов зайти было больше, раз уже двое написали мне. Ага. Сейчас придется это в стороночку. Так, ладно. И следующее, надеюсь, найдете еще там. Да, это можно каждую по тарелке. Да. Потому что перепаковка, это будет следующий этап. Так, вот что я вижу тут у нас. Абрикос Серафим. Открываем Серафим. Давайте. Ну ладно, давайте я найдем уже королевского. Вот это что у нас? Амур. Амур. Так. Это еще Левицкого, да? Вторая получается пачечка. Так, абрикос. Вот это я не вижу, надо Хотя это плохо, если они взошли. Но как же мы будем учить людей, если мы не найдем ни одной взошедшей? Так, это Артем. Артем это хорошо, но Артем это родственник академии. Это Ваньков ранний. Я не мог не выслать королевский, это самое главное. Так, это Жердель. Мой любимый по заказу. Я его попробовал. Это большое дерево, которое у вас. Да, 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 да. Великолепное. Мне на вкус очень понравилось. А народ, знаете, извините за выражение, морду воротит. Жердель. Это как считается, как запорожец среди автомобилей. Ага. Так. Слива, китайка красная. Слива. Вот, сувенир Востока. О, вот здесь почти уверен. Почему? Уже одна дама написала, что у нее проклюнулась одна штучка и спросила, что делать. Вот. И это, я уже фильм снимал, у меня уже были там 3 или 4 проклюнувшиеся. Ну, из 50. Я очень аккуратно вскрываю. Очень аккуратно, очень. Там могут быть уже сантиметровые хвосты. А потом начнется самое интересное действие, потому что никто толком ни разу никогда никому не научил ни одного садовода в России. Точно, Валерий Константинович, имеются хвосты. Вот давайте так, высыпайте. Высыпал. Посчитайте, отделите хвостатые от нехвостатых процент. Так. Хвостатые 2. 2 штуки хвостатых. Ну, это в пределах нормы. Вот смотрите, я объясняю всем, среди наших зрителей будут те, кто у меня выписал сливы. И когда он получит, и окажется одна-две проклюнувшиеся, я скажу, да, это только говорит о моей добросовестности, больше ни о чем.